Всем привет! Вы на YouTube-канале Петров ТВ. Сегодня очередная посылочка с Алиэкспресс. Прибыла за 8 дней, стоила $5.96. Это у нас комплект светодиодной RGB-ленты. Она у нас музыкальная. Здесь у нас пульт, контроллер, адаптер блока питания на 12 вольт и 1 ампер. А также светодиодная RGB-лента 55 метров. Давайте соединим наш комплект и посмотрим, как работает светодиодная лента. Наш адаптер питания в розетку. Включаем питание на наш контроллер. Контроллер при помощи такого вот соединения. Видите, стрелочка у нас здесь должна быть со стороны плюсика. Все, включилась наша лента. Также ее можно выключить, включить. Сейчас рассмотрим подробнее. На сайте продавца AliExpress есть разные варианты длины светодиодной ленты. Здесь у нас бобина на 5 метров. Есть вариант 10, 15, 20, 25 и 30 метров. В зависимости от длины светодиодной ленты в комплекте будет более мощный блок питания. Ссылочку на проверенного продавца я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Давайте более детально рассмотрим нашу светодиодную RGB-ленту. Она у нас 50 на 50 тип. Не имеет она защиты от воды. Она имеет двухсторонний липкий силиконовый скотч достаточно хорошего качества. Очень неплохая ортгезия, то есть прилипание к поверхности. Это очень хорошо. Давайте немножечко размотаем нашу ленту и посмотрим, как она работает. Наша светодиодная лента имеет 18 диодов на 1 метр ленты. Значит, у нас есть режим красного свечения, зеленого, синего. Режим белого свечения. Также можно уменьшить или увеличить яркость. Также любые другие оттенки. Режим демонстрации. Цвет. Переключение между режимами. Скорость переключения данных режимов можно увеличить или уменьшить. А также, что очень хорошо и интересно, именно в том случае, если вы хотите использовать данную светодиодную ленту при использовании с музыкой. То есть включаем режим «Музыка», и наша светодиодная лента реагирует на звуки. Микрофон у нас находится в нашем контроллере. Есть также второй режим, то есть, как можете видеть, более быстрое загорание нашей светодиодной ленты при обнаружении звука. Давайте включим музыку и посмотрим, как наша светодиодная лента будет работать. Это у нас режим 1, включу режим 2. Если вы слушаете спокойную музыку, то выбирайте режим 1. Если более ритмичную музыку, выбирайте второй режим. Также доступно управление нашей светодиодной лентой при помощи приложения Happy Lighting. Доступно для устройств на базе iOS и Android. Для этого необходимо навести на наш QR-код, и вы будете перенаправлены на программу для скачивания Happy Lighting Live with Smart. Также QR-код у нас имеется на нашем контроллере, также можно сосканировать и перейти на скачивание данной программы. Открываем нашу программу. Даем разрешение на использование Bluetooth, нажимаем ОК
И наша лента очень быстро, автоматически подключилась к нашему приложению. Здесь у нас доступно 16 миллионов цветов и оттенков. Давайте пройдемся по приложению, посмотрим, какие у нас здесь есть возможности. Есть возможность включить режим качения, то есть взмахом нашего телефона можно менять цвета. Также можно пальцем выбрать необходимый цвет или же режим прокрутки. Также есть уже запрограммированные цвета. Можно поменять фон нашего приложения. Чисто белый цвет, стандартный. Также есть режим музыка. Можно использовать микрофон нашего телефона. Но кто следит за моими выпусками видео, здесь у нас динамик не работает. Также есть возможность ритм задавать, микрофон устройства или микрофон телефона. То есть микрофон телефона не работает, а микрофон устройства у нас вполне работает. То есть есть стандартный режим, пологий режим, динамический режим и режим дискотека. То есть для дискотеки вообще идеально, можно закрыть данное приложение и все у нас будет работать. Также давайте далее пройдемся. Выбираем тип. Радужная перемотка, пульсирующий зеленый, пульсирующий синий, пульсирующий желтый, голубой, фиолетовый, белый, красный, зеленый, красный, синий, зеленый, синий. То есть есть множество преднастроек. Также можно задать таймер включения и выключения нашего устройства. То есть можно задать время на выключение. Вот у нас, значит, с понедельника по пятницу, чтобы наша лента включалась, применение окей. Также можно настроить с понедельника по пятницу, в какое время наша лента должна выключаться. Например, в 23:20. То есть режим у нас выключено. Окей, сохранить. То есть в 19:20 будет включаться наша лента, в 23:20 выключаться. То есть достаточно много разных вариантов настройки, но это все дело работает у нас через Bluetooth. Очень хорошая лента, я думаю, именно для того, чтобы использовать ее в качестве светомузыки на ваших вечеринках. Лично мне данная светодиодная лента и контроллер понравились. Ссылочку, где приобрести, я оставлю в описании. Если хоть как-то было полезно данное видео, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока!